Судя по поступающим мне сообщениям, как я понял, от меня ждут ответ азербайджанскому блогеру, примерившему шкуру лани, но оскал остался тем же. Только армяне порой бывают так наивны, что любую пилюлю могут проглотить, если она сладкая. А сладость для армян – это когда кто-то из неармян сказал какое-нибудь доброе слово об армянах, а еще лучше, когда кто-то из неармян чем-то восторгается из армянского. И наивные армяне сразу же попадаются на крючок. Раз сладко поет, значит, он с добрыми намерениями. Один из азербайджанских блогеров усек это. Снял видео. Спел неплохо. Правда, с небольшими погрешностями. А некоторые армяне уж и рады стараться. Стали в ответ петь дифирамбы. Ну, что ж, коль обращение было к армянским блогерам, но по большей части фигурировало мое имя и антитопор, то отвечу я. Давайте начнем. Из русскоязычных армянских видеоблогеров с большим интересом смотрю почти каждый выпуск антитопора и, признаюсь, уважаю труд Вадима Арутюна. Также с удовольствием смотрю выпуски Микаэля Шахназарова и сам, как начинающий и пока осваивающий тонкости ремесла видеоблогер, учусь в том числе у вышеназванных армян, в том числе на их ошибках. Оба блогера, и Вадим, и Микаэль, владеют темой. Серьезно готовятся к выпускам, грамотно излагают свое мнение, подкрепляя доказательствами. Разница между ними разве что в темпераменте. Микаэль более сдержанный, взвешенный и по максимуму старается быть объективным. По большому счету это ему удается. Что до Вадима, как сказал мне один друг после просмотра нескольких выпусков антитопора по моей рекомендации, это интеллектуальная истерия, пахнущая шашлыком. Конечно, и, к сожалению, глубокого понимания, масштабного видения у армянских видеоблогеров, как говорится, humanity approach, тут и рядом не стояло. А редкие исключения – люди с глобальным критическим мышлением, как Луиза Погосян, например, но она не видеоблогер, конечно, погоды не делают и, как правило, всегда проигрывают. Да, Луиза – это мегауровень. Я не встречал на всем Южном Кавказе женщины умнее Луизы Погосян. И, честно говоря, всегда завидовал армянам, что у них есть Луиза Погосян, которую они не в состоянии понять. Безусловно, все сказанное зеркально применимо к Азербайджану и азербайджанцам. А теперь позволю себе критику в адрес армянских видеоблогеров и расскажу о том, что лично меня не устраивает, в частности, в сюжетах антитопора. А все влоги Вадима обязательно содержат подъебки в адрес азербайджанцев. Они сопровождаются ими, извиняюсь за выражение, что очень сильно мешает вникать в суть сказанных им слов. А Вадим человек не глупый и говорит очень интересные вещи, которые хочется послушать. Но вот эти спамы между строк, они, конечно, раздражают. Но не могу сказать, что мешают. Я все равно продолжаю смотреть влоги, с интересом смотреть влоги Вадима. Мне не мешают, потому что я умею фильтровать ненужную информацию и не поддаваться провокациям. А вот за азербайджанцев, которые оставляют комментарии там под видео, конечно, у меня такой вот перманентный испанский стыд за своих соотечественников, которые переходят к обсуждению личности автора и вместо того, чтобы вести с ним цивильную дискуссию. Но Вадим, как я заметил, таких чертей там не блокирует, комментарии не удаляет. Ну, видимо, это ему нужно, потому что Вадим сам плодит этих людей своими, как я уже говорил, провокациями. И мне кажется, что откровенную порнографию от азербайджанцев и отвечающих им армян Вадим считает украшением своего влога. Иначе он бы, конечно, проводил бы там периодические чистки. Ну, тогда он пусть не рассчитывает на участие вменяемых людей на дискуссии, на подключение к дискуссиям вменяемых людей, потому что, ну,
Казалось бы, ты говоришь на очень серьезные темы, но если у тебя под видео в обсуждениях мат-перемат, и его очень много, он составляет 95% всех комментариев, то вот с людьми с такими низкими умственными способностями на одной площадке находиться просто, ну, западло. Поэтому я неоднократно хотел принимать участие в дискуссиях, но не позволяла публика Вадима, которая вот там у него на антитопоре тусуется. Это как бы вот такая первая небольшая критика. Я очень надеюсь, что уважаемый видеоблогер учтет ее и проведет таки чистку. Комментарии в YouTube под выпусками были открыты только год назад. Антитопору в этом году 5 лет. Заметьте, первые полгода, когда антитопор начал только выходить в эфир, также были открыты комментарии. Но из-за мат-перемата пришлось их закрыть. Почти 3,5 года антитопор в YouTube был закрытым блогом от комментариев. Однако год назад один известный пользователь сети, и он же видеоблогер, все же порекомендовал мне открыть комментарии для технических и маркетинговых целей. Я согласился, но при этом абсолютно не читаю, что там пишут. По той причине, что мне неинтересно. К тому же, как заметил сам мой оппонент азербайджанский, его же земляки пали до такой степени, что и неприятно читать. В смысле, матеряться много. Но сам-то мой оппонент занимается тем же, что и его земляки в комментариях. Те хоть пишут, а мы можем читать, можем не читать, а он матерится в прямом эфире. Так какой спрос земляков ваших, если вы сами таковы? Разница только в вербальном и эпистолярном матах. У нас не черкизовский рынок и вовсе не рынок. И попросил бы я эти ваши базарные слова оставить при себе. Все ж вас смотрят наверняка и женщины тоже. Так что маты – украшения не моих выпусков, а ваших. Потому что вы их применяете в эфире, но не я. Я не в ответе за тех, кто матерится под моими блогами, под моими выпусками. Но вы в ответе за тем, что слетает из ваших уст. Поехали дальше. В образе стороннего наблюдателя Вадим смотрелся бы гораздо солиднее и убедительнее. И пользы от его деятельности было бы больше. А так он выглядит озабоченным Азербайджаном и обиженным азербайджанцами, бывшим бакинцем. Личное явно выпирает, что мешает адекватно оценить сказанные им слова, часто справедливую критику. Вот. И мне кажется, такие советы бесплатно не раздают, Вадим. Я бы мне сказал спасибо. Поверьте, ни озабоченности, ни обиды во мне нет. Вы, выбравшие амплуа рассудительного человека, пытаетесь выставить меня в качестве озабоченного и обиженного на Азербайджан, и при этом не сказали, что вам дало так думать. Почти каждый мой выпуск зеркально отображает происходящее в Азербайджане. Историческая и культурная ложь в адрес армян и Армении, армянофобия в Азербайджане, зомбирование масс. Все это я демонстрирую и опровергаю путем независимых, подчеркиваю, независимых источников. Не армянских, не азербайджанских, а независимых. В чем заключается моя обида и озабоченность? В том, что я реагирую на тупость и бред ваших соотечественников. Так что ли понимать? Если бы это были обычные кухонные аналитики, то, поверьте, и антитопора бы не было. Но когда бред несется из Академии наук Азербайджана и из уст самого президента Азербайджана, то как тут не реагировать-то? Как иначе?
Или вы запатентовали бред так, что реакцию на нее не допускаете? Так не бывает. Повторюсь, моя реакция на вашу топорную гуманитарную науку ни больше, ни меньше. И никакой обиды у меня нет. Да и на что мне обижаться-то? Мои близкие, как раньше, жили в Карабахе, так и живут сейчас, по сей день. Я только радуюсь. Уж извините, если вам это неприятно. Я не знаю, как в Азербайджане, но во всем честном мире от приобретения только радуются, а от потерь огорчаются, обижаются, озадачиваются. И я принадлежу именно такому честному миру. Что по сути происходит? Чего добиваются армянские видеоблогеры? На мой взгляд, они преследуют одну единственную цель – доказать, что турки пришли в регионе. То есть столько времени, энергии, ресурсов – все это тратится на то, чтобы доказать очевидное. Турки пришли, ну или азербайджанцев не было, их придумал в 1936 году Сталин. Только вот кому все это интересно? Кроме вас самих и защищающихся от вас всеми правдами и неправдами азербайджанцев. Никому. И поэтому вы обязательно должны знать, если кто-то еще не знает, что руководители Республики Армения на международных площадках, в обсуждениях конфликта и путей выхода из него никогда не оперируют понятиями «историческая правда» или «история». Ну вот представьте себе, если бы они рассказывали про карту Армении на Колизее там, франкам, англосаксам или германам, ну, их отовсюду гнали бы с саной тряпкой. И это понятно. Даже с русскими эти разговоры не проходят. Там совершенно другие темы обсуждаются. И все эти Киликии, Урарту, Тиграны, Арцахи актуальны здесь, в нашем регионе. Сам-то я нахожусь в Швейцарии, но в нашем регионе они актуальны. И вообще вам не кажется, что цивилизованный мир как-то подозрительно, как-то странно положил на наш регион, в том числе и на Армению, ее исторические экстазы? Нет, не кажется странным. И вот почему. Одна из ваших проблем, почему этот же современный мир на бумаге признает Карабах за Азербайджаном, но при этом не препятствует Армении контролировать ситуацию в Карабахе. Это исторический факт, признающий Карабах, он же Арцах, в качестве исконной территориальной единицы Армении. И те самые карты, о которых вы говорите, и исторические документы, храмы, монастыри и прочее, за армянской правдой, за армянской историей. Тут и доказывать особо нечего. А за 5 лет антитопора, если, как вы говорите, смотрите, столько ссылок и документов я выставил, что мини-матинодаран получился, наверное. А все потому, что ваши власти говорят о древнем азербайджанском городе Ираване, или о Матинодаране, как Мятиндаря. То есть зомбирование в Азербайджане масс по Карабаху плавно переходит по суверенной Армении, стране, которая известна в качестве одной из древнейших государств мира со своей уникальной культурой, письменностью, наукой. Побывайте в том же Мятиндаря, как вы говорите, и увидите столько письменных армянских средневековых источников. Там находится из области, чего там только не находится, из области медицины, истории, биологии, философии. А если вы в Швейцарии и не можете ехать в далекую Армению за всем этим, то нет проблем, рядом с вами есть соседнее государство, Австрия. А в этом государстве есть город и по совместительству столица Вена. Загляните на улицу Мхитарьян-Гассе. Там есть замечательный армянский собор мхитаристов, и он же музей. Увиденное в этом музее, обещаю вам, очень вас впечатлит до глубины души. Я просто уверен в этом. Ведь вы действительно за правду, так?
Вот и отправьтесь. И поймете, почему армянам, в вашем случае мне, приходится опровергать бред бакинских властей, покушающихся на богатую армянскую культуру. Да, любой армянин говорит исключительно об истории. И это такой заеб, скажу я вам. И не потому, что аргументы их нечем крыть, или в Колизее на стене не располагается карта древней Армении, а потому, что это уже стало визитной карточкой армян во всем мире. И каждый армянин с рождения должен вживаться в эту роль, даже если он не хочет, но сопротивление бесполезно, он обязан становиться историком, жить прошлым, как говорил Али Шариати, находиться в темнице истории. Ну, глядишь, человек ни кола, ни двора, хотя, опять-таки, ситуация зеркальная. Но чрезвычайно чувак горд какими-то абстракциями и искренне ненавидит конкретного врага. Ну, а если вы, армяне, такие умные, потому что такие древние, тогда предложите путь выхода из конфликта. Вот два видеоблогера, которых я рассматриваю как потенциальных миротворцев, потому что я замечаю это зерно, я вижу его. И пусть вот они предложат пути выхода из этого конфликта между нашими народами и покажут, есть ли ресурсы для примирения. Если их нет, то как их можно найти, откуда и как создать? Скажу вам так. Не только армяне, но и все народы, имеющие глубокие корни, знают историю, любят историю и гордятся историей. Потому что есть чего любить, чего знать и чем гордиться. Когда армянский мальчик или девочка берет в руки сказки писателей средневековой Армении, Олумпиана, например, или Вардана Айгекци, то помимо героев он начинает влюбляться и в прошлое Армении своего народа. У юношей есть какие-то персонажи, герои древности и средневековья, которые становятся кумирами. Это цари, полководцы, былинные герои и прочие. Возможно, Азербайджану это не понять по той причине, что, к счастью или к сожалению, не знаю, азербайджанские ребятишки самое раннее, чего могут почитать, так это конец 19-го, начало 20 века. А какие у Азербайджана герои, былины? Персонажи на этот период, по-моему, раньше 19 и 20 века особых персонажей-то и нет никаких. Даже если заглянуть в учебники азербайджанские, то почти все эти средневековые удальцы, а-ля Бабек, Джаваншир и прочие, иранского или просто не азербайджанского происхождения. Вы же, как умный человек, во всяком случае, позиционируете себя таковым. Должны это видеть и понимать. Понимать, что для формирования нового азербайджанского народа в 20 веке собраны персонажи, легенды, главным образом у иранцев, которые по религиозному составу, культурному и географических причин являются наиболее близкими к новому азербайджанскому народу в Закавказском крае. Даже название Азербайджан и то иранское. Теперь о разрешении карабахской проблемы. Первое. Важно понимать, что Карабах – проблема для Азербайджана, но никак не для Армении. Армении устраивает и нынешний статус-кво, и если бы Карабах был признан государством отдельным. Азербайджан же устроит только если Карабах станет частью Азербайджана. Скажем, вернется на круги своя. Здесь возникает тупик. Второе, и самое, кстати, важное. Чтобы призывать кого-либо говорить о выходе из кризиса, ведь никто не спорит, что нам суждено жить в регионе совместно. Нужно Азербайджану отказаться от политики арменофобии. Это первое, чего нужно сделать. Это ваш главный бич и основная ошибка.
Когда сам президент говорит, что Армении никогда не было, а Ереван – это древний Азербайджан, когда ваши горе-историки и культурологи покушаются на армянскую историю, называя ее то албанской, то еще там какой-то, а самих армян переселяют куда-то то в Индию, то на Балканы, то в Сирию, то в Месопотамию, то на Меркурий. И после этого вы хотите говорить с армянами на равных и решать с ними карабахскую проблему. Вы впитываете своему народу арменофобию так, что лица с фамилиями Наян в конце не допускаются к рейсу на Баку и отправляются обратно. Это в случае, если эти лица не хотят работать на камеру, ставить цветы к памятнику Алиева и не говорить, что Карабах – это Азербайджан. Вы с детского возраста зомбируете людей. Дети, как называется наша родина? Азербайджан! Правильно. А вы знаете, кто враги Азербайджана? Кто наши враги? Армяне! Армяне. Почему они наши враги? Кто мне скажет? Они наших людей убивали. Ага, еще кто что может сказать? Еще что они сделали? Они убили всех наших солдатов. Ага, хорошо. Давайте поговорим. Сегодня 26 февраля, день геноцида Ходжалы. Давайте посмотрим на нашу карту. 20% земель Азербайджана оккупированы армянами. Такие районы, как Кельбеджер, Ахдам, Кубадлы, Шуша, Физули. Один из таких районов также является Ходжалы. Еще они там захватили одно место, где есть ресурсы всякие, золото. Правильно, Юнис. А потом из них вырастают такие имбецилы. Пассажир самолета устроил скандал в небе из-за того, что ему пришлось не по вкусу название. Не само блюдо, а название его. Дело в том, что на борту рейса, направлявшегося в Азербайджан, предлагали индейку по-армянски. Видимо, мужчина посчитал такой способ приготовления мяса оскорбительным для себя, и поэтому едва не довел стюардесс до слез. При этом снимал допрос на камеру мобильного. Мужчина так и не пообедал, зато накормил окружающих порцией ругательств в адрес авиакомпании. Как стало известно, авиаперевозчик уже собирается переименовать это блюдо во избежание подобных конфликтов. Индейка с рисом по-армянски. Да что там индейка с рисом? Вы паникуете от самолетов, прибывающих в Баку с именами Хачатурян, Бабаджанян, Таривердиев и прочие. А головы рубить так и вовсе мастера. Особенно спящим и мертвым, что в вашей традиции башибузуков. Вам же в Армению чуть ли не ковер постелен. Никто не препятствует на въезд. Приезжайте, в том числе и в Карабах приезжайте. И паспорт ваш никто не замарает во время въезда в Карабах. Там не ставят штампы, особенно если вы граждане России, так и вовсе с гражданскими паспортами можете приезжать спокойно. Там ни национальности не написано, ни штампов не ставят. Сравните всю эту идиллию, все эти условия с тем, что творится у вас в отношении армян. И вы спрашиваете у армянских блогеров, как решить проблему. Думаю, этим нужно заняться азербайджанским блогерам и заняться именно в Баку.
А в Ереване, как я говорил, азерийская речь звучит и из Ирана, и из Турции. Приезжают, гуляют. Всем местным абсолютно наплевать, кто приезжает и на каком языке говорит. И главное, без всяких условий, без цветов к могилам родных, власть имущих армянских. И без пафосных выступлений в Арм-ТВ на тему, что Карабах – это Арцах. Помнится, разыграли с моим приятелем такую шутку в одном из ереванских магазинов. А как? Это... Салам, друзья. Сізде Азербайджан кахавар? Тарджуме. Азербайджанская гата, га. Йо? А гата какая есть? Карабах. Вот то же самое. Карабах. Бир диде, Карабах, Баки. Йох, мен кете дейлем, кете. Йохтур, а? Нет, для тебя нет гата. Куда офис? Армениан кете. Йо, мен Азербайджан кете. Севирем, да? И по совпадению там же оказались ваши земляки. Но чтобы не смущать их, тайно их тоже поснимали. Вот, пожалуйста, люди говорят на азербайджанском языке. Вот. Şey alacağım, felli. Yok, felli altın dattır. Hangisinden istiysen tartı, burada mı yürüyorsun? Orada mı yürüyorsun? 4000. 19 tane, 100 gramlar mı? Hayır, burada tam bu. Теперь делайте выводы, на чьей стороне мяч, к миру. Далее не мне обращение, поэтому акцентировать внимание я не буду, но кое-чего заметить стоит. И поэтому, если уж суждено исчезнуть Азербайджану, то Армения непременно будет рядом, и будут они исчезать вместе. Поскольку исчезновение Азербайджана будет являться следствием каких-то кошмарных глобальных катаклизм, после которых вряд ли Армения останется распивать шампанское в гордом одиночестве. Поверьте, уважаемый, а впрочем, чему верить-то? Можно опять же обратиться к источникам: Армения была, Армения есть и Армения будет. Независимо от того, есть ли рядом Азербайджан или его нет. Армения на своем веку многих рядом повидала. Она была соседкой грозной Ассирии, греческих полисов. Она была соседкой Римской империи. Она была свидетелем арабских завоеваний, монгольских конниц, тюркских колесниц. Она была частью разных империй: византийской, персидской, арабского халифата, Османской империи, Российской империи, в конце концов. Армению раздирали, а самих армян даже выселяли, но каждый раз Армения возрождала, а армяне прибывали домой, в Армению. Что такое Азербайджан в сравнении с тем, что было до него? Уж переживем, поверьте. Но вам не об этом думать нужно. Вам нужно в корне менять свою позицию во благо мира между армянским и азербайджанским народами. Именно в этом собака порылась. И еще кое-что о цивилизации и культуре напоследок. Мне, как азербайджанцу, как кавказцу, бывает очень стыдно за поведение некоторых грузин и армян здесь, в Европе, промышляющих кражами и из-за которых сложился прочный стереотип: если из Грузии или из Армении, то обязательно вор. Я говорю о соцслужбах, госучреждениях, судах,
полиции. А везде такое предвзятое отношение к армянам и грузинам. Это вам подтвердит любой. И только очень недалекий человек может порадоваться этому факту. Это же христиане нашего региона. Это те, кому мы должны подражать. Мы отсталые мусульмане. А получается как-то неудобно. И да, есть облегчение от того, что азербайджанцы в массовом порядке здесь, в Европе, этим не занимаются. По крайней мере, никто об этом ничего не слышал. Да, и вообще про Азербайджан и азербайджанцев никто здесь не слышал, если на то пошло. И поэтому мне становится как-то неуютно, когда мне начинают втирать про цивилизацию и культуру. Цивилизация и культура строится не на отдельных гражданах, а на народе в целом и ее наследии. Хорошее слово, кстати, наследие, то есть наследил, корень слова след. Не буду говорить за грузин, но за армян отвечу. Можете не стыдиться. Вам просто нужно зреть в корень. И тогда вы будете гордиться за своих земляков армян в Европе. Вы, например, живете в Швейцарии. Можете гордиться Эмилем Мартином, швейцарским ученым-математиком, армянином, жившим в Швейцарии в первой половине 20 века. По его учебникам алгебры занимались швейцарские школьники тех лет. Можете гордиться островом Сан-Лазаро дель Армени, Венеции, где собрана уникальная библиотека и галерея армян-хитаристов, где изучал армянский язык лорд Байрон и где много всегда туристов было и есть. Можете гордиться университетом имени Джакомо Чемичано в Болонье, итальянским ученым-химиком и тоже армянином. Можете гордиться университетом в Яссах, Румынии, который назван именем ученого-астронома армянина Спиру Харетом. Можете гордиться учеными-армянами в Польше, например, Игнатием Лукасевичем, братьями Тарасевичами. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что польские армяне, будучи католиками, имели окончание «польские ВИЧ». Подробно можете почитать о них. Можете гордиться национальными героями разных стран, Мисаком Манущяном во Франции или Андроником Озаняном в Румынии и Болгарии. Можете гордиться семьей Демьянов в Австрии, которые изобрели аккордеон. Можете гордиться Серватием Маастрихтским, первым епископом Бельгии, армянином, принесшим христианство в страны Бенилюкса, как и их эти страны нынче называют. А Серватий является святым покровителем города Маастрихт в Голландии. Можете гордиться армянским полководцем Нарсесом, который изображен в базилике Сан-Витале в Равене, рядом с императором Юстинианом, который завоевал всю Адриатику и вернул воды Адриатики империи. В конце концов... Вот приходится самого себя снимать, чтобы показать вам кое-что. Уважаемые азербайджанцы, найдите мне хоть один, что ли, уголок на земном шаре, где оставлены ваши следы или похоронены какие-то ваши герои. Сейчас мы находимся в Равене, в Италии. Здесь мало того, что я вам покажу, на потолке в Сан-Витале изображен полководец Нарсес, которого в Равене очень-очень уважают. Ну и вот, пожалуйста, здесь находится гробница Исаака Армену, царь армянский, который был одно время экзархом всей вот этой вот Равенны. Давайте подойдем поближе, я вам покажу. Так что вы, азербайджанские блогеры, не то смотрите, находясь в Европе. Поэтому вам и гордиться некем. Думаю, ответ дал исчерпывающим. В заключении хочу сказать вот о чем.
31 июля не стало Орхана Джемаля, одного из антисемитов и армянофобов России, что досталось ему, несомненно, от отца, тоже уже покойного Гейдара Джемаля, скончавшегося 2 года назад, в 2016 году. Принято считать, что о мертвых либо молчат, либо говорят только хорошее. Я не буду нарушать эти традиции. Но так как Орхан, как и его отец, тоже были своего рода азербайджанскими блогерами, то считаю своим долгом ничего плохого о них не говорить, но исполнить их завещание. Эти двое, отец и сын, безумно любили армянскую музыку на свадьбах и похоронах. Увы, свадьбы у них уже не будет, но желание исполню, как подобает традициям. Я веду партии войны не в каким-то вот абстрактном смысле, эфемизма такой, да, а абсолютно реальная политическая партия, там, да, которую можно даже зарегистрировать, там, да, задача которой оказать давление на государство, там, да, мы же как бы разделяем страна Азербайджан, народ Азербайджан и государство. Это давление на государство с тем, чтобы центральной и единственной задачей этого государства было возвращение всех территорий, которые отобраны. Всех территорий, включая Ереванское ханство. В принципе, я думаю, что армянскую проблему нужно как-то снимать с доски. Там, да, то есть... Потому что отобранными территориями является не только вот такая 7 районов. Здесь дело не в территориях. Конечно, нет. Здесь дело не в территориях, а здесь дело в том, что мир после Первой мировой войны, он исчерпал себя. Там, да? Он как-то слишком затянулся, перешагнул через Вторую мировую войну вот, и так далее. Все продолжается, продолжается. Он должен быть закрыт и должна возникнуть иная конфигурация. И в этой конфигурации совсем не обязательно у армян должно быть государство. Я же не говорю, что их не должно существовать. Да? Но совсем не обязательно у них должно быть государство. Конечно, они прекрасно существовали. Они могут вернуться к формату существования, как это было там в 19 веке, допустим. В 19 веке замечательно существовали. Это армяне всегда играли на свадьбах и похоронах.